Здравствуйте, уважаемые зрители, дорогие подписчики и гости моего канала. Продолжаем покраску Пантеры D от фирмы Звезда. Сейчас будем наносить после всех высветлений, затемнений, базовый цвет. Для этого использую краску Tamiya XF60 Dark Yellow, или в простонародье Dunkelgelb, немецкий. Вот. Краску развел я жиденько и тонким слоем начинаю покраску. Вот. Начинаю, как всегда, с днища танка.
уважаемые коллеги, покраска подошла к своему логическому завершению. Покрыл в базовый цвет танк. Получилось довольно-таки неплохо. Краска легла хорошо. После предшейдинга очень остался хороший рельеф расшивки виден. За что я люблю предшейдинг, это вот то, что хорошо очень просматривается. Расшивка, видно все углубления. Вот. То есть теперь дадим краске подсохнуть и будем наносить камуфляж. Вот так. Такой получился базовый цвет красивый. Спасибо за просмотр. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Дальше будем красить камуфляж, наносить смывку, эффекты. Ну, все премудрости моделизма. Спасибо за просмотр. Всех благ вам и вашим близким.